Дорогие друзья, это с вами мы продолжаем с вами играть в Satisfactory. Я тут, смотрите, знаете, что заметил? Что, оказывается, так все-таки сделать можно. Почему оно мне не сделалось, когда я хотел сделать тогда, непонятно совершенно. Поэтому сейчас мы пойдем и попробуем таки это все-таки сделать. Потому что нам бы надо иметь все-таки такую стакующуюся дребедень. Но если стакующий дребедень работать не хочет почему-то здесь, то тогда придется изобретать велосипед с фундаментами. Непонятно. Причем вообще непонятно, почему так произошло. Так, нам надо прикинуть хер к носу. Так, чтобы прикинуть хер к носу, нам надо поставить такую вот фигню. И, не, нормально тут ставится. Так, ладно. Она нормально тут ставится. Тогда у меня есть вопрос. Ввиду этого всего. Резонный. Тогда вообще все прекрасно. Мы можем одну линию провести, например, здесь внизу, либо сразу обе линии провести здесь вверху. Кстати говоря, надо посмотреть, как мы можем сделать. Мы можем так сделать? Мы можем из стакающейся штуки сделать еще подпольную стакающуюся. Судя по всему, вообще без вопросов. Ну да. Так. Ну ладно. Мы можем сделать, получается, любую херь, какую только захотим. Вопрос у нас только один в итоге. Как так сделать, чтобы не сильно косякнуть? Так, тогда надо сделать что? Точно такую же хреновню, как у нас была изначально, надо теперь провернуть вот тут. Так, для этого нам надо будет сделать следующее. То есть мне надо иметь направляющие, чтобы все было хорошо, красиво и вообще. Ух, так, иметь направляющие. Сейчас у нас пропадет автосохранение. После автосохранения тогда дальше погоним, поедем. Значит, здесь мне нужно две стойки, как минимум. Под эти две стойки мне надо будет сделать разворот трубы слева и справа, соответственно, с реакторов. Тогда мы сможем все это дело погнать красиво дальше, и никто нам ничего не сможет противопоставить. Так, ну, давайте, во-первых, попробуем с двумя стойками. Так, нет, давайте для начала, наверное, не с двумя стойками. Давайте попробуем отсюда вытащить трубу и развернуть ее. Так, где у меня тут труба? Так, какой у нас граница разворота у трубы? Трубы, граница разворота буквально следующая. Так, то есть получается, куда-то ее надо прихреначить. Так, прихреначить ее надо, получается, вот сюда. Да? Да, вот сюда ее надо прихреначить так, чтобы она была ровно. Отсюда, правда, решить непонятно, ровно она или нет. Вот так вроде ровно. Да, так ровно. Отлично. Угу. Значит, теперь точно такую же нам надо поставить с другой стороны, вот сюда. Но после того, как я это сделаю, стойки я уже стоять не смогу. Все, теперь здесь есть труба, теперь стойка здесь хер встанет, правильно? Ну да, конкретно здесь стойка хер встанет после этого. Причем так вообще конкретно хер встанет. Потому что здесь у нас будет еще проложена труба. Если я поставлю здесь стойку, то я не смогу проложить трубу, по идее. Так, хорошо, ладно. Если я поставлю стойку перед... Сейчас, давайте попробуем. Перед вот этим вот всем говном я, допустим, хочу поставить стойку вот сюда. Одну стойку сюда, вторую стойку вот сюда. Что-то, по-моему... А, ну да, вторую стойку я поставил неправильно. Так, а это хоть правильно? Да, это хоть правильно. Так, вторая стойка у нас должна вот так вот стоять. Она не хочет здесь стоять. А почему она не хочет здесь стоять? Блин, до этого уж хотела стоять. Что не так-то? Слишком близко, видимо. Так, ладно. Вот здесь нормально. Сейчас мы разберемся. Сейчас мы решим эту головоломку хитроумную. Так. Допустим. Значит, здесь нам надо будет поставить еще и все остальные стойки, на которые в итоге завести будет все. Так, которые здесь почему-то, блядь, не ставятся. А здесь ставится. Другой объект мешает постройке. То есть там он не мешает, а здесь мешает.
А какой объект мешает постройке, простите? Так, у нас происходит какая-то мистическая дребедень с вами. То есть тут объект постройки не мешает, а здесь мешает. А здесь мешает вот так. То есть у нас часть труб, получается, будет выведена, иначе я ее построить не смогу. Ну, допустим, ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Предположим, давайте тогда часть объектов реально сместим. То есть у нас получается по три. Почему так работает, я не могу сказать. Ну ладно, работает как работает, хорошо. Так, теперь вопрос, правда, состоит немножко в другом. Ну ладно, допустим, сюда мы ее довели. Допустим, сюда мы ее завели наверх. Кстати говоря, а какой у нас минимальный угол подъема? То есть, чтобы у нас прям минимальный угол подъема. Ну, допустим, вот по эту штуку можно отравняться и будет норм. Так, давайте попробуем. Сейчас надо сделать этот криволинейный переход один раз, чтобы все было нормально. И потом дальше его можно уже множить. Так, делаем вот такую вот историю, вот такую, вот такую и вот такую. Так, вот у нас будет переходик. Здесь он, правда, присобачил еще две штуки. Ну, вообще, это даже красиво. А, кстати, почему он присобачил на двух из трех? Хотя они одинаковые абсолютно. Ну, то есть у них абсолютно одинаковое расстояние, они находятся на этом. То есть здесь есть такая хрень, а здесь нет. А почему? Я хочу, чтобы было три. Почему там нету такой хрени? Нету и все. Ну ладно. РЕН-ТВ у нас тут просто настоящий, сука, мистический получился. Так, ладно. Допустим. Так, теперь давайте как-то так сделаем, чтобы у нас можно было нормально все дело подключить. Короче говоря, нам надо взять вот такую вот стойку. Так, нам надо взять вот такую вот стойку. И поставить ее, получается, надо как-то так отравняться, чтобы я понимал, что происходит. То есть, давайте мы ее ставим, допустим, вот сюда. И потом поворачиваем. Это у нас получается достаточное расстояние. Правильно? Ну да, правильно. Вроде как правильно. Так, давайте мы сейчас продолжим тогда далеко-далеко вот такую трубу. Так, далеко-далеко проложим вторую. И она уже получается у меня криво. Поэтому давайте прокладывать вот отсюда. Лучше от лица будем прокладывать. Так попрямее получается. Так. Докладываем сюда. И здесь тогда... Так, давайте мы тогда сделаем здесь вот такую штуку. Чтобы было ровно. Чтобы было ровно, это нам надо будет вытащить вот сюда. А следующую вытащить вот сюда. Так, теперь у нас ровно. Теперь я хочу убить вот эту вот хрень. Отсюда пока что. Так, и уничтожить две вот эти штуки. Так, теперь вопрос состоит в следующем. Смогу ли я сделать так, чтобы у меня, во-первых, работала вот эта вот хрень. Так, мы ее опускаем сюда. Плюс мне нужны поверху этого всего стойки. Так, стойки у нас будут идти за трубой сразу же. Потому что перед трубой я ее поставить не смогу. Ну, пусть. Хорошо. И здесь, короче говоря, через 4 они опять перестают работать. То есть 4 мы ставим, а еще 3 у нас должны стоять не так, да? А здесь могу поставить, здесь не могу. Как это почему-то... Как это работает, почему это работает, не ясно совершенно. Ну, ладно. Хорошо, пусть 4 стоят здесь. Видимо, потому что переход с одного фундамента на другой, что ли, я хрен его знает. Так, ну это вообще ровно, интересно. Есть только один способ это выяснить. Вот у нас, допустим, этот криволинейный переход. Теперь мы должны подключить эту херь сюда. И посмотреть, пройдет ли она дальше. Так, дальше она пройдет. Хорошо. Теперь подключить эту херь с другой стороны. Так. Теперь мы подрубаем раз...
подрубаем 2. И теперь момент истины, подключится она или нет. Так, ну, судя по всему, подключится. Так, ладно. И что-то типа того. Так, вот. Такая вот у нас получилась хренодрыга. Так, теперь эту хренодрыгу надо вот с этой стороны. Вроде как все работает. Пока что, по крайней мере, все работает, как я и хотел. Так, окей, значит, вот у нас идет блок, потом этот блок у нас чуточку поднимается над вторым блоком, который пошел вот здесь вот внизу. Так, стоечки-хреночки, так, это что еще такое? Это что еще за говно? Это такого говна нам здесь не надо. Так, теперь у нас уже 4 трубы, ладно, сейчас этих труб у нас должно будет стать 6. Поэтому мы берем, опять же, 2 направляющие, чтоб нигде не нашибиться, чтоб нигде не накосячить. Так, берем 2 направляющие. Это направляющая 1, это у нас боковая направляющая 2. Так, и прихреначиваем к ней... Так, стоять. Так, и прихреначиваем к ней вот такую штуку. Так, вот сюда. Теперь прихреначиваем к ней такую же штуку с обратной стороны. Так, теперь удаляем это и это. И расставляем. Раз, два, три, четыре и 10 косяк. Так, вопрос только где? Один из них косячный, вопрос только какой. Так. Сейчас пойдем посмотрим. Этот вроде, кстати, не косячный. Ну-ка. Значит, косячный с другой стороны в итоге я все-таки подключил. Так, ну-ка, сейчас проверим. Да, здесь ровно. Так, раз здесь ровно, значит, я косякнул вот тут. Угу, понятно, значит, я вот эту хрень неправильно сделал. Должна она вот тут стоять. Так, убираем. Обходим. Подключаем. Так, должно быть вот так. Угу. Так, ладно, протягиваем тогда сюда дальше. Так, вот этот блок. И теперь над вот этим блоком, прям непосредственно вот здесь, мы должны будем... Ага, здесь не поставишь, да? Так, тогда давайте ставить так же, как я ставил там. То есть, если так не ставится, значит, мы здесь ставим 4 по центру. Да, остальные вот так вот смещаем. Чтоб у нас везде с каждой стороны был примерно одинаково все расставлено. Так, подожди, а здесь я почему могу поставить? Железная пластина закончилась. Как это работает? Почему я тут могу поставить, а тут не могу? Что за это самое? Что за херня? Так, ладно, нет, давайте все-таки... Блин, теперь я здесь не могу поставить. Да что такое? Какого хера? Почему? Почему здесь работают? С этой стороны я могу поставить, а я уже с этой не могу. А, я, видимо, понятно. У меня просто не был пластин, поэтому он говорил, что можно. Ясно. Ну ладно, хорошо. Ну тогда ладно, да, 4 у нас, получается, идут по центру, и боковые идут вон там. Так, хорошо, для того, чтобы дальше продолжать строить, мне нужны пластины металлические и пруты металлические. Вопрос, есть ли они у меня в достаточном количестве где-то здесь недалеко. Сейчас мы пойдем узнаем. Недалек у нас только один. Вот он. Сейчас мы пойдем выясним все. В
Вообще, конечно, первой вещью, которую надо будет построить после запуска ядерки, это должны быть быстрые туннельные переходы между основной базой и вот этим вот всем. Причем их надо как-то независимо запитывать один и другой, чтобы они питались даже при выключенной фабрике. И тогда можно будет хорошо перемещаться, классные общения, вообще все будет здорово. Так, если они есть, то где-то вот тут. Хрен угадал. Так, пруты есть, хорошо. И эти штуки есть. И, кстати говоря, вот это дата тоже забрать. Так, давайте это заберем. Да и вот это заберем заодно. А есть еще пруты? А прутов, походу, больше у меня нема. Да, если мне надо будет что-то сделать, за прутами придется идти. Ну ладно, хорошо. Скоро, по крайней мере, пойдет электричество, хотя бы не надо будет делать все это руками. Ухи! Не, ну, неплохо получается. Симпатично. Симпатично получается и довольно компактно. Не пришлось все это дело расхреначивать на много-много фундаментов. В принципе, то, чего и требовалось, в общем-то, сделать. Так. А я здесь не могу, да, пристыковать? А почему я не могу здесь пристыковать? Потому что... А вот с этой стороны могу. Ну ладно, мы тогда будем делать все ровненько. Здесь тогда будет фигурно. Здесь две, короче, у нас выступают, остальные не выступают. По какой причине, как это работает, какого хера, короче, вопрос остается открытым. Я ответ на него не знаю. Кто знает, почему так происходит, напишите. Может быть, есть какой-нибудь знаток среди нас. Как это обычно бывает. Ай, бля, не туда. Не туда, не туда, не туда. Так, где у нас тут девятка? Я не могу отделаться от мысли, что что-то поставлено криво. Не могу только понять, что. Но у меня такое ощущение, что что-то здесь прям не так. Ну-ка. Сейчас как раз через 5 секунд у нас будет сохранение. И мы тогда посмотрим, пока оно сохраняться будет. О! Так, не, ну в принципе, такое ощущение, что отсюда прям вроде как все ровно. Можно, кстати, даже... Нет, нельзя. Хотел сказать, что может пока сделать фотографию, пока мы все равно сохраняемся. Но пока сохраняемся, делать нельзя ничего. Так, ладно, неплохо получается. Нам осталось подключить еще всего ничего. Ну, кстати, можно сделать фотографию. Так, убираем фоторежим. Так, осталось подключить всего лишь две штучки. Ну, поехали подключать всего лишь две штучки тогда. Так, во-первых, для начала нам надо провести направляющую здесь. Так, нам хватит, в принципе, я думаю, что даже одной направляющей. Остальные нам все равно расставлять. Так, вот такая вот у нас должна быть направляющая. Правильно? Вроде как правильно. Нет, ни хрена неправильно. Нет, или правильно. Что-то я не пойму. Так, нет, вроде ровно. Поскольку я всегда косячил по ровности, у меня теперь есть пунктик на это. Так, подрубаемся. Я всегда уверен, что где-то я накосячил, и где-то сейчас будет криво. Кривофобия, короче. Кривофобия, но в масштабах Satisfactory. Так, включаем такую вот вещь. И подключаю вот такую вот вещь. Так, теперь мы выставляем вот отсюда. И... Так, где тут у нас выкрутка-то? Так, выкручиваем и подрубаем. И должно здесь быть, да, все идеально ровно. Так, ну что ж, ровно и получилось. Хорошо, где наши стойки? Многострадальные. Как в этот раз они у нас поставятся? Так, в этот раз у нас 4 не ставятся здесь по центру. А раньше ставились. Ну ладно, которые не ставятся, тогда немножко подвынесем. Видимо, зависит от того... А, теперь 4 смещено сюда. 5 смещено сюда. Не, не смещено. Короче, 4, видимо, зависит от того, какая установлена первая. В зависимости от этого, получается, что совершенно разные подключения каждый раз. Можно было, конечно, это подправить,
Но этот лишний пиксель, который у нас тут идет, на самом деле ничего не решает. Поэтому не будем заниматься ебатней мозгов. Не понял, а к чему это ты хочешь подключиться? А, к низу, ни хрена. Суров. Так, ну что, откинем взором, потому что любой косяк потом придется очень сложно переделывать. Так, ну, в принципе, норм. В принципе, норм, и остается у нас тогда самая-присамая последняя-припоследняя хрень-прихрень. Вот она. Так, берем направляющую. Направляющая у нас будет выступать вот эта вот штука. Так, протаскиваем ее сюда, и теперь вытаскиваем... Чтобы было ровно. Вот так. Так, ровно. Ну, насколько я могу судить, вроде как ровно. Так, теперь, значит, берем и затаскиваем сюда соседнюю трубу. Да, норм. И поехали дальше. Поехали дальше. Так, зарубаем. Подключаем. Подключаем. По-моему, я где-то... Не, до сих пор ровно. Странно, очень странно. Так, а вон там косяк. Все. Нет. Косяк все-таки один был найден. Так. Подключаем. Так, это что у нас там? Еще подключаем. И последнюю подключаем вот отсюда. Так, разворачиваем и вот так делаем. Так, должно быть прям ровно-прировно. Так, понятно. Из-за того, что я подключил эту хрень, она пошла не в ту дыру. Я так и думал, что где-то там что-то пошло не так. Так, вот, теперь все пошло так. Теперь все пошло так, и теперь у нас стоечки. Стоечки, 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 которые мы как-то должны будем, блин, еще красиво выставить. А здесь, кстати говоря... Нет, давайте ставить по-нормальному. Так, давайте тогда... Ну, не знаю, откуда начать. Вот отсюда. Давайте отсюда начнем. Так, раз, два, три. Ну, четыре устанавливаются. Короче, да, если отсюда начинать... Пять устанавливается. Шесть устанавливается. Семь устанавливается. Восемь устанавливается, девять устанавливается. 10 устанавливается в один ряд. А там не устанавливалось, а здесь устанавливается. А что поменялось? Бля, я ничего не понимаю вообще. Ну ладно. Наверное, я просто тупой, потому что я не в состоянии понять, почему здесь я могу поставить, а до этого при тех же самых условиях не мог. Видимо, разные куски фундаментов, что ли. Типа, на одни куски фундаментов можно так ставить, на другие нет. Ну, потому что по-другому я не могу это объяснить. Ну, ладно. Тем не менее. У нас получился ровный выход на 20 труб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 10 внизу. Вот такая вот у нас получилась балалайна. Эта балалайна будет питать для нас, генерировать для нас 30 гигаватт электричества. По крайней мере, так должно быть. Вопрос теперь состоит в следующем, что нам надо будет откуда-то, хер знает откуда, подать кучу воды. А для того, чтобы ее подать, вот эту вот всю хрень, нам надо теперь красиво развернуть каким-то образом и потащить туда. Где еще каким-то образом нам надо будет спустить эти самые 20 труб сверху, для того, чтобы сюда что-то пошло. Чего-то типа жидкости. Так, давайте, во-первых, зальем. Нам нужно понимать, какую площадку мы можем использовать для чего. У нас под нами-то вообще-то ни хрена нет. Там бы тоже неплохо было бы все подзалить.
Вот эту вот конвейерную ленту я бы, наверное, хотел пропустить. То есть, если я и хочу начинать делать, то где-то вот отсюда. Не раньше. А нам нужно ровно 3 фундамента. Для того, чтобы вот эта вот херь у нас заработала. Так, ну если мы отпускаем, допустим, вот эти вот... Ну, один как минимум фундамент мы убираем отсюда. По второму, в принципе, уже можно и тащить. Но можно на всякий случай... Хотя не, нельзя. Если я захочу подключать еще один ряд, то у меня тогда могут быть проблемы. Там потому что стена. Ладно, хорошо, проблема решилась тогда само собой. Значит, нам надо будет... Сейчас мы примерно прикинем. Вопрос того, как мы их дальше подключать будем. Ну, пока хотя бы прикинем. Нам надо будет вот это вот все завести. 4, так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот так вот мы эту хрень потащим здесь. Да? 11, ну да. Ай-яй-яй-яй-яй, опять я где-то косякнул, да? Почему они на разном уровне стоят? Да, они стоят на разном уровне. Ой-ой, так. Как это все надоело. Так, давайте мы вообще все это дело удалим нахер. Так, и поставим заново. Прям по самому краю будем равнять. Вот поэтому. Так, берем прям центр. Это у нас центр блока. Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и, наверное, вот в эту сторону мы отступим. Лучше. Лучше пусть вот здесь идет. 10. Да, 10, если что, можно будет сделать какую-нибудь лесенку вниз, например, если я буду здесь ходить по радиоактивной штуке и летать не смогу. Да, и тогда это все еще как-то худо-бедно можно будет обслуживать. Кстати говоря, про лесенки вниз. Это у нас что, организация? Кроме шуток, я думаю, что на будущее это вот будет очень хорошая штука. Потому что если здесь начнешь ходить в костюме химзащиты, блин, только не будет ли она мешать? Вроде не должна. Так, хорошо. Допустим, 10. 10 же. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 10. Хорошо. Значит, поверху пойдет у нас вторая линия. Так, поверху у нас пойдет линия номер 2. И нам надо будет все вот это вот завести вот сюда. Каким-то волшебным образом. И сделать это будет, чувствую, не очень сильно просто. Так, а давайте-ка мы, простите, возьмем направляющую отсюда. Сейчас примерно мы прикинем хрен к носу, как мы можем это дело подключить. Так, как мы можем это дело подключить? Нам же надо будет то еще развернуть. Так, ну почти. Почти. Чуть-чуть я не дотащил ее. Так. Мы сейчас сделаем ровненько вот здесь. Вот так вот. Так, ровненько вот так вот. Потом протащим отсюда. Так, теперь вопрос, можно ли сюда будет пофигачить стойку. Прям сюда стойку мы не фигачим. Так, значит, сначала надо будет поставить стойку. Да? Так, сначала поставить стойку. Потом в нее хреначить вот это вот говно. Потом его надо будет вытащить отсюда. И тогда у нас получится два ровных подключения. Сверху и снизу. Да, да. Все нормально. Вот тогда у нас получится прям то, что нужно. Вопрос теперь только состоит в том, смогу ли я отсюда поставить ровные стойки. Так по всему получается, что не смогу. Мне, правда, сюда ее ставить и не надо, потому что мне надо будет их постоянно смещать. Но, короче, история опять такая хероватая получается. Так, ладно, давайте тогда прикинем, как, насколько они должны будут смещены каждый раз.
И они, кстати говоря, у меня неровно же, да? Да, они у меня кривые. Они у меня кривые, как моя жизнь опять получились. Так, мне их надо будет сместить на единичку сюда. Так, на единичку сюда надо будет сместить. Сейчас сместим. Надо добиться полной равноты. Иначе будет жопа некрасивая. Теперь-то ровно. Так, теперь вроде ровно. Ну-ка. Ну да, теперь вроде ровно. Так, нам надо для того, чтобы был прям вообще отлично и прекрасно, надо будет сделать вот так. Мы вот эту вот штуку опустим прям сразу. Тогда дальше они у нас пойдут по ровной поверхности. И тогда будет гораздо проще их центровать. Так. Забахиваем такую херню. Так, я ее продвинул слишком далеко. И так далеко продвигивать не надо. Продвигать, господи, продвигивать. Так, хорошо. Здесь у нас есть балалайка. Так, теперь мы сейчас проверим на ровность сразу. Так, все, здесь с ровностью теперь все нормально. О, господи, так. Но на нее сверху поставить пайпу я не смогу. Да, пайпу я смогу поставить только если этой хрени не будет. А, не, я даже так не смогу поставить. То есть все, либо пайпа идет первой, либо хера лысого. Так, ладно, значит пайпа пойдет первой. И, по-моему, я опять поставил ее не туда. Да, я поставил ее не туда. Так, пайпа должна у нас быть вот здесь. Пайпа. Так, пайпа. О! Вот теперь получится ровненько. Вопрос теперь состоит в другом. Насколько мне надо будет смещать каждую пайпу для того, чтобы дальше все было тоже ровненько. Так, для этого мы воспользуемся вот таким вот инструментом. Так, вот таким вот инструментом. Правда, все равно ни хрена особо непонятно, в чем мерить, в каких-то, так сказать, единицах. В каких попугаях нам надо это измерять для того, чтобы все было хорошо. Кто-то может сказать, хрен ли так ебаться, потому что можно же просто сделать пересечениями, да и все. И не париться. Но просто хочется, чтобы было красиво. И, кстати говоря, да, оно мне еще неправильно пойдет. Так, ладно, давайте прикинем. Значит, ну вот у нас эта штука. Так, нам надо тогда... Вот мы равняемся по первой и отходим. Раз, два, три блока получается. Так, сейчас проверим. Так, равняемся по первой. Раз, два, три блока. Сейчас, если это все заработает... Нам просто надо отсчитать, сколько надо отступать, чтобы все было хорошо. Не, два блока, не три. Так, два блока. Равняемся по первой. Раз, два блока. Три блока многовато. Так, ну и хорошо. Внизу же я могу все поставить нормально. Так, внизу я поставить все нормально могу. Теперь вопрос только с подключением этого всего. Так, значит, это у нас подключается ровно сюда, а это у нас должно подключиться ровно сюда. Вот. Вот такая вот у нас получилась штуковина. Здесь вот тоже не самое красивое решение. Здесь, по идее, можно было поставить стойку. От стойки, соответственно, запитать другую стойку. Но в целом в этом нет никакой необходимости.
Здесь у нас будет переход, так будет, кстати, даже получше в плане течения жидкости. По крайней мере, как мне кажется. Ну хорошо, теперь нам осталось сделать тогда следующее. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сколько я их сделал-то уже? Раз, два. Раз, два. По идее, это последнее. Раз, два. Да. По идее, это должна быть последним. Последним блоком. Так. Вопрос только, хватит ли расстояния. И будет ли это ровно. С виду такое ощущение, как будто это ровно. Так, ну-ка, окинем взором. Mother of God. Это действительно получилось ровно. По крайней мере, вроде как мне так кажется, что да. Так, хорошо. Значит, теперь нам надо поставить эти хрени сюда. В каждый из этих блоков. Так, что-то я не туда куда-то ставлю. Так, здесь было нормально, а здесь вот уже ненормально. Так, теперь второй Mother of God будет, если здесь тоже все сойдется. Здесь, походу, все сойдется. Ну, это прям вообще. Так, ладно. Подрубаем. Так, подрубаем. Главное не забыть, что на две надо отходить на будущее. Так, и подрубаем. Так, и получается у нас вот такая вот штуковина. Ну что ж, монументальненько весьма. Так, теперь надо подключить вот эту хрень всю. Значит, нам надо, начиная вот отсюда, вот это вот все дело подрубить по очереди. Главное, чтобы расстояние трубы хватило, но, по идее, должно. Так, стоять, где я накосячил? Понятно. Так, я накосячил вот здесь. Ни дня без косяка. Так, рубим это говнище. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, включаем вот это говнище, тормозит-то как. И вот это говнище. Так, теперь нам надо подключить второй уровень. Раз, два, сейчас у меня закончится медь. Да, придется идти молотковым методом добывать. Так, не туда подключу. Добывать, видимо, себе еще медные пластины, потому что других методов их добычи у меня пока не существует. До того, как я запущу хотя бы этот блок реакторов, их, в общем-то, и не появится. Так, ну что ж, монументально получилось. Прям охренеть. Так, теперь мы можем зато вот это вот все дело красиво масштабировать дальше. Так, и пока у меня есть с собой фундамент, значит, лесенку мы оставим, чтобы можно было ходить. А вот эту вот штуку... А, блин, а как я оставлю лесенку? Или я оставлю... Нет, тогда лесенка, извини, короче, ты не в правильном месте находишься. Иначе у нас тут жопа какая-то получается некрасивая. А нам надо, чтобы было красиво. Как говорил Лапочка из трех котов, это должно быть красиво. Мы тогда где-то вот здесь вот поставим такую лесенку. Лесенка все равно нужна. Я думаю, что она прям пригодится. Мы поставим... Даже не здесь, мы ее туда поставим. Мы сейчас вот так вот протащим. До того, как мы сможем строить бок, а это произойдет вот здесь. Так. И вот здесь мы тогда эту лесенку спустим вниз. Во. Вот так вот. Здесь у нас будет лесенка. Если что, я буду ходить как этот самый, как ошпаренный, я смогу по этой лесенке здесь зайти. Так. А просто только смогу ли я через вот эту... Ой, бля, куда я... А я могу присесть-то в полете? Да, могу. Слава тебе, Господи. Да я думал, что сейчас наша игра трагически закончится. Так. Ну что, ладно. Тогда делаем здесь вот небольшую площадочку.
на всякий случай. Она, в принципе, не очень сильно нужна, потому что ходить я здесь принципиально не буду. Но мы ее все равно сделаем, просто потому что можем. Отсюда бы, вот отсюда бы, конечно, по-хорошему, надо сделать проход вниз. Я хочу вот там вот внизу всю вот эту вот фигню, которая там есть, перестроить полностью и сделать, чтобы она была отцентрована по вот этой верхней части. Хотя, с другой стороны, вот эта вот асимметрия тоже добавляет какой-то свой определенный шар. Может, я не буду так делать, не знаю, посмотрим. Нам надо будет туда же перенести нормальное производство. Всей штуки, которая нам нужна на ядерке на будущее. А для этого придется немножечко подзаморочиться. Так, а можно как-то это сделать какой-то красивый вид снизу, например? Ну, ты особо, конечно, не сделаешь ничего. Я боюсь, что если я в эти трубы залезу, я потом отсюда уже не вылезу никогда в жизни. Так, ну-ка, а снизу у нас на что открывается вид? Ну, такой прям индустриальненький, я бы сказал, видочек. Ну что ж, ладно. Мы сделали, в принципе, довольно большое дело. Нам надо вот эту вот фигню будет тогда дотащить до противоположной стороны. Наш классный кафельный пол, вот этот красивенький, прозрачненький, блестящий и так далее. И потом будет очень большая херня, которую пока непонятно, как реализовывать. Нам надо будет вот оттуда сделать спуск труб в количестве, ну, как минимум 20 штук, а то даже и больше. Видимо, придется делать какие-то ступенчатые спуски, что ли. Потому что я ж не могу, или могу, ну-ка. Ну, так. А как ее... Так, переключить режим строительства, это не то. Да, вот так. А, не, я могу так сделать. Я могу так сделать, то есть если удалить потом... Да, без проблем я могу так сделать. То есть если я удаляю, то есть привязываю к полу, потом удаляю этот пол, я могу сделать вертикальные трубы вниз. Вполне могу сделать. Угу. Ну ладно, тогда, наверное, как-то так будем делать. Это будет тоже целая операция. Смотри, как отражается прикольно. Да, это прям красивый кадр. И кофеечек еще. Короче, вот такая вот у нас будет интересная спецоперация, но эту спецоперацию мы будем делать уже чуть дальше. По сюжету, так скажем. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребята, за внимание. В следующей серии увидимся.